Если строители сдержат свое обещание, то жители улицы Акбастау микрорайона Азат уже этой зимой будут пользоваться природным газом. Сейчас рабочие подрядной организации устанавливают стойки для газопровода. Я думаю, газ не успеет провести в этом году, и поэтому запаслась углем. 2 тонны мне обошлось 17 200 тенге. 2 года тому назад, когда готовили проектно-сметную документацию на газификацию микрорайона, 470 домов остались невключенными. Столько времени ждали, что газ проведут. До этого, когда всех газифицировали, на нашей стороне остались 40-50 домов. Нас просто забыли. А ведь мы живем здесь уже 10 лет. В этом году уже все вроде должны были предусмотреть заранее. Теперь из-за того, что газопровод будет проходить по участкам 3 частников, оплата за проведение газа вырастет. Здесь живут малоимущие семьи. Им будет не по карману и 45 тысяч тенге. Городской отдел ЖКХ исправил свою же ошибку. Заказ на строительство газификации населенного пункта протяженностью свыше 23 тысяч километров выиграл ТО «Жанаарна-2002». Стоимость проекта – 174,8 миллионов тенге. Вот начали работу. В заготовке тоже все готовы. Установим стойки для газовых труб. Газовые счетчики тоже готовы. Они отечественные. Изготовлены и собраны на местном предприятии. Согласно ПСД, мы должны сдать объект в марте 2013 года, но мы постараемся сдать до конца текущего года. Подрядчики заверяют, техника есть и специалистов хватает. А в свою очередь жители хотят, чтобы за ходом работы следили представители партконтроля. И еще одна просьба азатовцев – избранный ими же депутат в городской маслихат Нуркос Жанабаев проконтролировал, чтобы оплата за установку газоприбора была доступной для жителей.